Всем привет! У нас сегодня в обзоре чехол для рюкзака от дождя от фирмы Tatonka, модель под названием Luggage Cover. У нас имеются разные размеры, с которыми вы можете ознакомиться у нас на сайте. Ну а сейчас поговорим об этой модели. Чехол от дождя для рюкзака от фирмы Tatonka, модель под названием Luggage Cover, изготовлен из легкой и водонепроницаемой ткани T-CoverTex. Полностью закрывает рюкзак с двух сторон. И как же он это делает? Да очень легко. Если вы собрались куда-то и реально идет большой дождь, и вы не хотите нести с собой рюкзак, вы его спокойно можете положить внутрь и застегнуть на молнию. Вот именно чем данный чехол отличается от других чехлов от фирмы Tatonka и не только. Вы можете спокойно положить свой рюкзак внутрь, закрыть его и переносить за ручки, которые имеются по бокам. Но вы также можете спокойно взять, открыть заново же эту молнию, просто вставить свой рюкзак внутрь, закрепить его дополнительным таким вот креплением велкро, утянуть посредством утяжки и бегунка на пружине и спокойно во время носки рюкзака защитить содержимое от попадания влаги внутрь. Очень качественная и безумно практичная вещь, потому что здесь вы все максимально проклеены, поэтому не бойтесь, ничего не разорвется, и данная модель прослужит вам огромное количество времени. Но не стоит забывать, что здесь еще имеется и светоотражающий элемент в виде логотипа Tatonka. И не забывайте, огромный выбор продукции от фирмы Tatonka имеется у нас на сайте mandrivnik.com.ua.